Дорофеева тоже с фитом. Фит Лебига. Песня «А я все плакала». У нас нема планов. Мы живем лишь момент. Куди цей день нас приведе? Чи піднесе, чи ми впадем? А я все плакала, плакала, душу рвала. У свого серця питала, відповідь не знайшла. І знову плакала, 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 знала. Навіщо люди сиджають своїх садах квіти зла? Так, а я боюсь попутать. Я же правильно помню, что это она вокалистка группы «Время и стекло»? Или я путаю? Уточните, пожалуйста, в чате, правильно ли я помню. Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Кожна душа так бажає свої плани, кожен шукає свою підпіхла. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна. Кожна душа так бажає свої плани, кожен шукає свою підпіхла. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна. У этого такие прям устойчивые вайбы Потапа и Насти Каменских. Вот те, кто постарше, те сейчас считывают, о чем я говорю. Это такой жанр. Фит музыканта с немузыкантом. Этот чувак, он не музыкант. Он вот в чате пишет, что это твич-стример какой-то. Не знаю, кто это. Но как бы амплуа в клипе, он как бы как стендапер выступил. Типа кек-стендап. И потом она поет, он говорит все те же самые слова в тот же ритм, но тембрально они вообще никак не дружат друг с другом, то есть это просто она поет поверх чувака, который все то же самое говорит. Прикольно, как медийный шаг, то есть, ну вот, коллаб музыканта с немузыкантом, но как песня, блять, ну это дженерик попса 2000 любого года. Начиная с 2008, любой год берите, не ошибетесь. Больше интересно, как такой публичный жест, вот да, как бы какой-то стример, известная певица. В принципе, она и в группе «Время и стекло» в таком формате нередко песни выпускала, потому что там вот хорошая поп-песня, хорошая... Блять, рэпосёк из 2005-го. Так происходит мое прослушивание большинства песен группы «Время и стекло». А, пишут, что это очень популярный украинский стример. Ну, сорян, я вообще стримеров не очень хорошо знаю, а уж тем более украиномовных. Не, это хорошая, крепкая, абсолютно невыдающаяся попса 2000 любого года, с 2008 по 2014, прям точно. Звучит нафталиново, но если посмотреть на стилистику клипа, то очевидно, что оно как бы и подразумевается, что это нафталин, такой прям, это скорее ностальгия в идеальной форме, чем что-то новое. Качественно сделано, но абсолютно не тянет это переслушать. То есть мне кажется, что в этом больше как бы медийного жеста,
чем непосредственно музыки.